центр Новый Привоз. Он находится в районе Старого Привоза. Отель «Черное море» находится внутри. Пантелеймоновской улицы. С нее мы перемещаемся на Староризничную улицу. И вот мы видим старообрядческий храм, в который никого не пускают. Там молятся староверы. Служба у них по 8 часов. Устав у них совершенно другой. И здесь можно увидеть образец старинного дома. Вот эти кирпичи. Видно, кладка больших кирпичей из ракушника. То есть камень вот этот сделан из ракушника. Старое разрушающееся здание. Но это очень типично для Одессы. Таких очень много.